полку заряженных BMW подкрепление. В модельном ряду появился универсал третьей серии, чего в полувековой истории M-Division до сей поры не случалось. Такой тип кузова у машин с буквой M в названии встречался, но только у пятой серии, и то далеко не вчера. Видимо, баварцам надоело, что главными по заряженным универсалам считают коллег из Audi, тогда как они сами могут не хуже. И повод подвернулся отменный. В мае подразделение M отметило свой полувековой юбилей, поэтому свежий универсал сразу отправился на фестиваль скорости в Goodwood. Что же до техники, то шестицилиндровый турбомотор мощностью 510 лошадиных сил трудится в тандеме с коробкой передач M Steptronic. Получил универсал и систему полного привода MX Drive, однако с помощью настроек машину можно сделать заднеприводной. Тем более смысл в этом есть. Дрифт-режим также в наличии. Универсал почти на центнер тяжелее седана, а потому и разгон до сотни длится чуть дольше — 3,6 секунды. Кстати, еще до премьеры Touring стал самым быстрым универсалом на северной петле Нюрбургринга, подвинув на второе место Mercedes AMG E63S. Длинный хвост — именно так переводится с итальянского словосочетания «coda lunga», ставшее названием прощальной серии суперкара Pagani Huayra, состоящей из 5 автомобилей. Кстати, хвост у машины и правда длинный. Гиперкар удлинился на 360 мм. Впрочем, остальной кузов пришлось делать заново. Одинаковых кузовных панелей с другими Huayra-ами у длиннохвостой версии практически нет. Недаром же каждая Huayra Coda Lunga стоит ни много ни мало 10 миллионов долларов. На этом фоне даже Bugatti Veyron воспринимается как такси эконом-класса. Вишенкой на торте стал эксклюзивный четырехствольный выхлоп, отлично дополняющий образ. В движение машину приводит мерседесовский 12-цилиндровый двигатель мощностью 840 лошадиных сил. Версия Coda Lunga на десяток килограммов тяжелее обычной Huayra. И поскольку точных данных о разгоне до сотни производитель не приводит, то, скорее всего, это те же 2,9 секунды, что и у версии Tricolore. Не лишним будет вспомнить, что первые прощальные версии Huayra датируются еще 2018 годом, так что после последней модификации всегда можно сделать самую последнюю. Это бюджетные кроссоверы уходят со сцены, не прощаясь, а элитные гиперкары, вроде Pagani, прощаются, но не уходят.